А знаете ли вы, что в эфире программа «Манифест»? Мы находимся в Израиле с партнерами нашего служения. Это часть вторая. Я редко делаю серию в двух частях, но здесь я был вынужден это сделать. Итак, где мы? Мы в Тель-Дане. За моей спиной самые древние врата в мире. Они были построены еще во времена Авраама. И скоро мы отправимся в одно из моих самых любимых мест, в крепость Немрода. Ее построил не Немрод, ее просто так называют. Мы говорили о том, почему я больше склонен верить в то, что Господь придет за нами до скорби. При этом я ни с кем не спорю и никого не пытаюсь переубедить. Я с уважением отношусь к убеждениям каждого человека. Когда я объясняю, во что я верю, я даю вам возможность самим определить, во что будете верить вы. Господь придет за нами до скорби, в середине скорби или после скорби. Это не относится к нашему спасению. Спасение от этого не зависит, поэтому нам не стоит ссориться. Мы можем только рассуждать на эту тему. Однако я получаю письма от людей, которые называют меня еретиком. Не думаю, что в небесах Иисус упрекнет меня за то, что я призывал людей покаяться и ходить перед Ним, потому что Иисус грядет. Разве Он упрекнет меня за это? Перри, как ты мог учить этому людей? Он не упрекнет меня за то, что я говорил людям о том, что Он грядет. Итак, Матфея 24 глава, 31 стих. Является основным стихом, на который опираются сторонники теории прихода Иисуса за своей невестой уже после скорби. Они всегда приводят это место. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Приверженцы теории прихода Господа за церковью после скорби считают, что под словом «избранным» нужно понимать церковь. Я помню, в эфире одного из христианских каналов мы дискутировали с одним прекрасным мужем Божьим. Он строил свои доводы на этом месте Писания, а я поделился с ним разными значениями слова «избранное». Но прежде чем я поделюсь этим с вами, я хочу показать вам кое-что очень интересное. Если мы говорим, что Иисус вернется после скорби, что Он вернется на землю, и станут ноги Его на горе Елеонской, и Он пошлет ангелов Своих собрать к Нему в Иерусалим всех христиан, переживших скорбь, то возникает проблема, о которой не подумали многие приверженцы этой теории. Они не просто верят в то, что Иисус придет на землю после скорби, но что святые должны воскреснуть из мертвых. Это правильно. Мы, оставшиеся в живых, поднимемся в сретение Господу в воздухе. То есть, по сути, мертвые воскреснут, мы встретим Его в облаке и сразу повернем назад. Вернемся с Ним на землю. Возникает вопрос, если мы избранные, собранные из четырех ветров, а Он вернулся на землю и выслал Своих ангелов, то как тогда возможно, что мы встретим Его в воздухе? Что-то вы медленно реагируете. Если мы встретим Его в воздухе, то мы уже воскреснем. И встреча с Ним уже произошла. Они утверждают, что когда мы еще на земле, Он придет на землю и соберет избранных. Получается, мы на земле, мы вдруг изменились, и воскресшие и мертвые будут стоять рядом. Но что тогда делать со словами Павла? «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». То, во что они верят, противоречит тому, что мы должны подняться и встретиться с Ним. Иисус сказал в доме Отца Моего, «Его обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Мы должны отправиться в небеса. Как мы говорили в прошлой программе, сначала мы воспарим в небеса, там будет брачный пир и бима. Я отдам вам несколько мест Писания. Понятно, что здесь у вас нет с собой Библии, вы не в церкви, и поэтому я прочитаю вам.
вам Исаия 27 глава, 13 стих. «И будет в тот день, вострубит великая труба, шафар, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме». Посмотрим теперь 10 главу Исаии, 20 и 21 стихи. «И будет в тот день, остаток Израиля, испавшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно». Остаток обратится. Остаток Иакова к Богу сильным. «Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдой. Ибо определенное истребление совершит Господь. Наступит конец великой скорби. Господь Саваоф во всей земле». Когда говорится, что Он соберет избранных с четырех ветров, то вот на какие стихи мы должны опираться. Речь идет об остатке еврейского народа на севере, западе, юге и востоке всей земли. И Бог возвращает их в Израиль, чтобы они встретили Его, своего Мессию. Вот о чем идет речь. Да, это того стоит. Это действительно стоит аплодисментов. Можете похлопать. Итак, кто же такие избранные? Я прочту вам этот стих еще раз. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Те, кто верит в вознесение после скорби, считают, что избранные — это церковь. Но я хочу показать вам места Писания, где также говорится об избранных. Избранный может быть пророком. Есть места, где пророк назван избранным. В Исаии 45 главе Израиль назван избранным Божиим. В первом послании Тимофею 5 главе 21 стихе ангелы названы избранными Божиими. Правда, интересно, даже ангелы названы избранными. Тит 1 глава. Избранными могут быть верующие. Свое второе послание Иоанн адресовал избранной женщине, то есть в Новом Завете избранным назван человек. 1 Петра 2 глава, избранным назван Мессия. Я говорю вам это, чтобы показать различные значения слова «избранный». Итак, избранным может быть Мессия, пророк, ангел, Израиль, может быть отдельный верующий или церковь. Поэтому важно определить контекст стиха и кому он был адресован, для того чтобы определить, кто такие избранные в данном месте Писания. Поэтому мы не можем утверждать, что избранные, собранные из четырех ветров в конце скорби, это церковь. Когда Иисус говорил об этом, церкви даже еще и не было. Понимаете? Церкви еще не было. Иисус обращался к иудеям. Они понимали пророчество. Я только прочел вам два из них. Из них видно, что остальные — это остаток. Когда закончится истребление, Господь вернет их в Израиль, где Он утвердит свое царство и откуда будет править. Поэтому с точки зрения герменевтики мы не можем использовать 24 главу Матфея, чтобы доказать, что церковь будет вознесена после скорби. Это не соответствует Писанию. Приверженцы этой теории считают, и я их ни в коем случае не высмеиваю, что должно быть воскресение мертвых, должно быть изменение в тех из нас, кто еще жив, тленное станет нетленным. Первое послание Коринфянам, 15 глава, и также первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Получается, мы встретимся в воздухе с Иисусом и сразу вернемся? Но вот что говорит об этом Писание и пророки. Посмотрим Откровение, 19 главу, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых». Кто это воинство? Послушайте, ангелы не ездят на конях. Мы нигде не видим в Писании ангела на коне. Даниил увидел Гавриила не на коне. Михаил и Гавриил не являлись людьми на конях. Они не нуждаются в транспорте. Они способны перенестись в пространстве. Но Иисус будет на белом коне.
и также святые на конях белых. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что святые вернутся с ним с небес на землю? В 14 стихе послания Иуды сказано: «Се идет Господь со тьмами святых своих, сотворит суд над всеми. Он вернется со своими святыми. А если он вернется с нами, то где мы будем в это время? На небесах, а не на земле». Захария 14:5. Это ветхозаветный пророк. И вот что он говорит: «И придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним». Молодец, проповедник, продолжай в том же духе. Замечательно. А потом соберем пожертвования. Нет, я шучу, конечно же. Друзья, по-моему, здесь все понятно. Когда Мессия, наш Господь, вернется, мы вернемся с Ним. Сначала Он вернется, чтобы забрать нас к себе, но во втором пришествии Он уже вернется вместе с нами. Зачастую люди пытаются истолковать Писание однобоко. Они берут какой-то стих и истолковывают его на основании своей теории. Они строят свое мнение вокруг этой теории, вместо того, чтобы налагать заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Невозможно просто брать один стих из контекста и пытаться его истолковать. Любая доктрина должна строиться по принципу «заповедь на заповедь», «правило на правило», «тут немного и там немного». Невозможно строить свое богословие, а поверьте, я учусь всю жизнь, у меня 25 тысяч богословских книг. Я не говорю, что я их все прочитал, но уверяю вас, что в истолковании Библии даже Петр сказал, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Нужно сопоставлять разные места Писания. Не знаю, зачем я это говорю. Наверное, это кому-то важно услышать. Я хочу поделиться с вами тем, что Дух Святой положил мне на сердце. Как я уже упомянул, среди членов нашего совета есть один человек. Я не стану называть его имени. Наверняка он будет смотреть эту программу. Мы часто с ним дискутируем на эту тему. У нас с ним разные взгляды. Когда я показал ему свои доводы, он сказал, что это лучшие доводы относительно того, что Господь заберет свою церковь до скорби, какие он когда-либо слышал. Я изучал 7 еврейских праздников, 3 из них весной, 1 летом и 3 праздника осенью. Песах, праздник опресноков, праздник первых плодов. Затем небольшой временной интервал. А потом в начале лета — Пятидесятница. Через 4 месяца после этого начинается 7-й месяц по еврейскому календарю, на который выпадает 3 осенних праздника. По порядку. Это праздник Труб, затем через 10 дней — День Искупления, и через 5 дней — праздник Кущей. Я хочу ясно заявить всем, кто здесь и кто нас смотрит сейчас, нельзя нарушать очередность этих праздников, потому что они являются пророческим отображением того, что будет происходить в будущем. К примеру, невозможно сначала иметь Пятидесятницу, а потом через 4 месяца Песах, потому что Пятидесятница — это день, когда сошел Дух Святой, а праздник Пасхи — это искупление. Поэтому невозможно исполниться Духом Святым, а потом уже получить спасение. Мы сначала спасаемся, а потом исполняемся Духом. Мы каемся и крестимся. И только потом принимаем дар Святого Духа. Я надеюсь, вы понимаете. Важно также понять, что День Искупления не может быть перед праздником Труб. Бог говорит: «Празднуйте каждый год эти праздники в первый месяц, этот праздник в 4-й месяц и 3 праздника в 7-й». Невозможно их переставить по порядку, потому что это нарушит Божий ход пророчества. Бог установил для всего свой порядок. Он поставил солнце, луну и звезды. Солнце определяет дни, луна — месяцы, а звезды в древние времена определяли годовой цикл. У вас есть тело, душа и дух. Для того, чтобы войти в скинию или в храм, вы сначала проходите внешний двор, потом святое, и только потом святое святых.
святых. Невозможно переставить порядок. Невозможно сразу же запрыгнуть в святое святых в храм. Ты проходишь определенный процесс. Это процесс должен быть своего рода процесс. О чем я хочу сказать? Что говорят нам о будущем три осенних еврейских праздника? Если верить теории о том, что Иисус вернется за своей церковью в конце скорби, то порядок трех еврейских осенних праздников будет нарушен. Иисус умер на Пасху. Он был в могиле на праздник опресноков. Во время праздника первых плодов его ученики видят его живым. На праздник Пятидесятницы рождается церковь. Остальные три праздника говорят о будущем. День искупления частично исполняется через страдания Иисуса. Но это еще не вся суть этого праздника. Праздник труб, единственный праздник, о котором сказано всего в двух стихах, звучит призыв трубить в трубы, никакой работы не делать, и все. Это один из праздников, который является тайной для нас. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Праздник труб указывает на вознесение церкви. Я могу вам это доказать. Во времена Христа и до этого, до того, как появились календари, праздники выпадали на определенные месяцы. Но определить начало месяца могли по серебряной полосе луны. Если два свидетеля наблюдали серебряную полосу луны, они шли к первосвященнику, в Синедрион, и говорили: «Мы видели возрождение» или «освящение луны». Тогда объявлялось начало нового месяца. На вершинах гор возле Елеонской горы разжигались костры. И когда иудеи в Ливане, в Сирии, в Вавилоне видели дым от костров на горах, они понимали, что наступило начало нового месяца. И если это был праздничный месяц, они понимали, что настало время праздника. Большинство праздников можно распознать по полной луне. Пасха — полнолуние. Праздник Кущей 15 числа — это полнолуние. Они соблюдали лунный календарь, а не наш привычный календарь. К чему я это говорю? Сначала идет праздник труб, и только потом — день искупления. Что значит день искупления? В этот день Бог определил исход духовной судьбы человека. По сей день иудеи учат тому, что существует три группы людей. В день искупления есть полностью праведные, полностью неправедные и те, кто посередине. Имена полностью праведных будут запечатлены в книге жизни. Те, кто полностью неправеден, должны были в этот день каяться, чтобы их имена были в книге жизни. А если не каются, то идут в погибель. А те, кто сидит сразу на двух стульях, должны определиться, с Богом они или нет. А вот что происходило в день искупления. Либо это для тебя день суда, если ты не покаялся, и мы можем приравнять это к скорби. Потому что в книге Откровения мы также видим полностью праведных. Это 144 тысячи. Также в книге Откровения говорится о неправедных, которые так и не раскаялись. Они приняли начертание зверя. Они обрекли себя. Есть те, кто посередине, кому нужно определиться, примут они начертание зверя или нет. А вы понимаете, о чем я? То есть те же три группы людей, которых мы видим в день искупления, мы также видим и в период скорби. Но что будет после скорби? Наступит тысячелетнее царство. А это уже праздник Кущей. Потому что праздник Кущей — это единственный праздник, который иудеи и язычники могут праздновать вместе. Даже в ранней церкви Кущи служили символом царства. Помните, как Моисей и Илья явились на горе Преображения? Моисей представлял собой тех, кто умер, а Илья представлял тех, кто не умер. Он был захвачен в вихре живым, а Моисей умер и был погребен. Итак, две группы. Умершие во Христе, они были представлены Моисеем, и те, кто не умер, но были еще живы до пришествия Господа. Что тогда сказал Петр? «Построим здесь три кущи». Слово «кущи» также означает «скиния». Они верили, что понятие царства и скиния взаимосвязаны. Итак, по порядку. Сначала праздник труб, потом день искупления. И праздник Кущей. Если предположить, что вознесение произойдет в любой период скорби, то мы ставим день искупления перед праздником труб.
Если я поставлю суды скорби до праздника труб, то нарушу порядок, установленный Богом. Это Бог установил такой порядок, а не я. Итак, чего нам ожидать? Сначала мы услышим звук трубы, только потом начнется скорбь, а уже после скорби будет учреждено царство. Мессия вернется, чтобы править и царствовать вместе со святыми. Я еще раз хочу сказать, что у меня есть хорошие друзья, которые верят не так, как я. Это не влияет на нашу дружбу. Мы не ссоримся по этому поводу. Мы говорим друг другу: «Что ж, однажды мы это выясним». Иногда я в шутку говорю: «Я обязательно помашу вам на прощание, когда Бог заберет меня отсюда до скорби». Мы согласились в чем-то не соглашаться. Мы не ссоримся, потому что это не влияет на наше спасение. Поэтому если, выслушав меня, вы говорите: «Не уверен, что я верю именно так», ничего страшного, мы все равно будем служить вам, проповедовать вам Слово Божие, но я верю, что если мы посмотрим праздник жатвы, скажу вкратце, есть жатва ячменя, жатва пшеницы и семи плодов. Ячмень собирают в период Пасхи и праздника опресноков, закваска — это символ греха, опресноки означают «нет греха». Это остаток, который победил, а жатва пшеницы — это 144 тысячи. И осенняя жатва — жатва винограда. Это виноградные кисти Божьей ярости. Об этом говорится в Откровении. Итак, три цикла жатвы. Все это связано с вознесением церкви и затем с серединой и концом скорби. У меня нет сегодня времени говорить обо всем этом. Сегодня вторая часть серии, которую я проповедую здесь, в Тель-Дане. Для меня важно донести до вас следующую мысль. Служите Господу, храните дух покаяния, правильное хождение пред Богом, чтобы, когда Он придет, вы были готовы. Но стройте планы, словно Он еще не скоро придет. И также я хочу сказать вам, что Бог дал нам с вами духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Поэтому оставайтесь в вере, продолжайте любить Бога и достигайте людей Евангелием. Сейчас вы услышите о нашем особом предложении. А потом я расскажу вам о наших предстоящих служениях в других городах. Да благословит вас Господь! Воздадим Господу славу! Аминь! Слава Богу! Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билдса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием «Должны ли вы готовиться к переходу Пеллы?» Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PSCD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PSDVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране.
Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Не забудьте воспользоваться нашим предложением. Оно будет актуально еще некоторое время, а потом мы предложим вам что-то новое. Покупая все эти материалы, вы способствуете тому, чтобы наша программа и дальше выходила в эфир. Как вы знаете, мы уже многие годы проводим региональные конференции и пробуждения. Я решил изменить свое расписание, но, вернее, жена меня заставила, потому что я отсутствовал дома почти все выходные в году, и это сказалось на моем здоровье. Итак, послушайте внимательно мое новое расписание. 29 и 30 января я буду служить в городе Моми, штат Огайо. Если я неверно произнес название вашего города, простите меня, пожалуйста, я не нарочно. 4 и 6 февраля Флоренс, Южная Каролина. Я не так часто бываю в этом регионе. Кажется, в самом Флоренсе я был всего один раз, а может, вообще не был там. Поэтому, если вы живете в этом регионе, то приезжайте на эти собрания. А 26 и 27 февраля я буду служить в городе Джексонвилль, Флорида. Хочу напомнить, что в конце марта мы, как всегда, проведем Warrior Fest. Также весной я буду во многих новых местах. Если вы хотите знать, где именно я буду служить, зайдите на наш сайт и просмотрите мое расписание. Так вы можете быть в курсе того, что мы делаем. Также подписывайтесь на нас во всех соцсетях. И еще одно важное событие. 5 вторников подряд в январе я буду служить в Омега-центре. Это здание нашего служения в Кливленде, штат Теннесси. Господь побудил меня провести собрание пробуждения. «Пробудись, Америка!» Там будет наша группа прославления, приглашенные музыканты, и это будет настоящее олдскульное собрание пробуждения, на которых вы все бывали в прошлом. Поэтому, если вы живете поблизости, приезжайте к нам, иначе вы пропустите настоящее Божие движение. Давайте пробудим Америку вместе. Итак, 4, 11, 18 и 25 января будут проходить собрания пробуждения в Омега-центре. Затем у нас пройдет ралли Святого Духа. Это будет 1 февраля, тоже в Омега-центре. Мы верим, что Бог будет делать великие вещи. Многие христиане и многие служения переживают сейчас различные атаки. Сейчас то время, когда цари идут в сражение. Но фокусируйтесь не на атаках, а на силе Божьей, которая проведет вас через все это. Мы участвуем в духовной войне, и людям нужно иметь силу, мудрость и Духа Божьего, чтобы справиться со всем, что может произойти в будущем. Еще раз спасибо за внимание.